Здравствуйте, хочу представить вам нашу новинку. Это новый китовый хвост с самой узкой головкой, размером 600 миллиметров. В дополнение к уже существующим трем 150, 250, 450, теперь появился и 600. Эти китовые хвосты очень хорошо зарекомендовали себя в работе с корейскими автомобилями. Разумеется, не только с ними. Просто у этих автомобилей есть одна особенность. Те, кто ремонтировал капоты, знают об этой особенности. В зоне закрытия капота, там, где обычно рукой его закрывают, находится второй лист металла. Под этот лист металла можно забраться только с помощью самых узких инструментов, ну, в частности, с помощью данного китового хвоста. Также этот китовый хвост очень неплохо справляется с работой через отверстие, так как имеет узкую головку, и поэтому проходит через технологические отверстия, в отличие от всех остальных китов, которые работают только в открытом доступе. Данные китовые хвосты работают и через технологические отверстия. Ну и вот теперь еще и 600 миллиметров длины. Я надеюсь, что ее будет вам достаточно для того, чтобы справиться с самыми сложными задачами в таких вот проблемных местах, как капоты корейских автомобилей. Также эти китовые хвосты неплохо себя показали для работы на краях элементов, вот, так как узкая голова позволяет им тоже беспрепятственно проникать в очень плотно прилегающие полости. Ссылка на этот инструмент под видео. Смотрите. Успехов!